Татарский народ – второй по численности в Самарской области. Веками татары сохраняют свои традиции, обычаи, язык. В этом году 35 лет отмечает областное татарское общество «Тугантел», что переводится как «родной язык». По такому случаю в областной столице прошел праздничный концерт, на котором подвели итоги работы, почтили память ветеранов и наградили руководителей и активистов. Роль нации складывается из того, что непосредственно татары проводят во время Сабантуй, но из того, что каждый наш отдельный соплеменник в образовании, в культуре, в промышленности, в предпринимательстве вносит в общее дело наши любимые отчизны. В политическом, культурном, образовательном ландшафте Самарской губернии, Самарской области, да и Российской Федерации многое было бы по-другому, если бы не было общества Тугантель. Это общественная организация, которая сумела объединить татар для решения общих актуальных для всех вопросов, будь то сохранение языка, открытие школ и так далее, так далее, так далее, строительство мечети. Именно благодаря этому обществу, активистам этого общества, у нас появилась соборная мечеть, у нас открылась школа татарская Яктылык, у нас начала издаваться газета. В планах активистов организации – создание энциклопедии о выдающихся татарах Самарской области, которые оставили свой след в медицине, образовании и культуре. Все это необходимо, чтобы сохранять язык, традиции и историю. Мне кажется, если мы не будем сохранять традиции и помнить прошлого, то у нас не будет будущего. Я бы хотела создать татарскую семью, и чтобы мои дети знали и говорили свободно, и владели своим языком, и помнили свою историю. Зашли через порог в ансамбль, знаешь, все говорят по-татарски. Мы просто несем культуру. Вот нашу, хотим сохранить культуру нашу, наши корни сохранить. Праздник прошел при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.